Здорово, друзья! Итоги розыгрыша мы, в принципе, подвели. Ну а также сегодня у нас будет челлендж от подписчика. Короче, мне тут написал человек, говорит, слабо поиграть в соло против сквадов. Я такой, типа, ну блин, это, конечно, тяжелее, чем обычно, менее, наверное, выгодно, потому что постоянно будешь сливаться. Но зато иногда это бывает очень интересным. Раньше, кстати, эта рубрика все-таки была, но она не имела такой вот общесмысленный характер, поэтому, в общем-то, выходила крайне редко и только тогда, когда, в общем, мне это хотелось. Сегодня мы, в общем, снова попробуем сыграть соло против сквадов, оденусь в кобру, чтобы вот прям максимально магнитить игроков, хотя не сказал бы, что прям кобра супер крутая, но все же. Как мы будем играть, честно сказать, сложно, потому что планы продумывать наперед вообще никакие нельзя, либо же мы сидим на какой-то определенной позиции, что, кстати, советуется лучше вообще не делать, ну, потому что так будет неинтересно. Либо же мы реально идем просто в самую гущу событий, например, на рожок, и там уже пытаемся от кого-то отбиться. Но, правда, если врагов будет много, если они будут шестерками, то тут как бы бесполезно. Ну, почти. Главное, чтобы нас не заплевали подстволками, потому что подстволки в соло против складов это, ну, невозможно. Невозможно победить подстволки. Там даже один чувак с двумя подстволками может меня завалить, что говорить уже о 8 подстволках. Я думаю, здесь речи вообще уже идти об этом не должно. Давайте, кстати, тоже прикуплю подстволку. И попробуем там отыграть как какой-то киберспортсмен. Хотя, знаете, вот мне прям сразу кажется, что это очень тяжело. С первого раза 100% не получится. Только вот если повезет, и игроки будут каким-то чудным образом почти все голые, то тогда может быть. Ну а так, чисто чтоб вот завалить кучу шестерок, ну это просто невозможно, это должен каждый понимать. Если такое возможно в классике, там, например, от стенки отыграть, то здесь вам в стенку прилетит подстволка. И у вас ничего не получится. Это просто нужно понимать, как бы, и вот эту суть осознавать, то, что игра немножко несправедливая. Ну что ж, выключаем автоподбор, он вроде выключен. Давайте на всякий случай поменяем. Все, теперь готово. Залетаем, погнали. С вас лайк, подписка, комментарий. Я, короче, сейчас случайно пострелял вот прям на старте, косяк. Очень важно, кстати, чтобы у вас была подписка. Ну, кстати, колокольчик тоже очень важен, потому что тогда вы не пропустите видосы вообще никак. Ну, лайк это просто как поддержка, потому что она бесплатная. Также, если вдруг у вас есть какая-то определенная возможность смотреть видосы с VPN, то можете это сделать. Но если не хочется, то и не надо. Нафиг оно вам, конечно, нужно. Это нужно только для того, чтобы поддержать канал, если у вас есть прям такое очень сильное желание. Хотя, я думаю, что желания практически ни у кого такого не бывает. Ну, только у единиц. Офигенный, просто старт, просто топчик. Чуть в самом начале не зажали, офигенно. Вот, ну как играть? Я так-то вот, ну реально не знаю. Потому что чуть-чуть вроде. Даже не чуть-чуть, это тяжело. Сейчас, конечно, попробую постреляться. Тут, наверное, зажиги прям будут очень кстати. Также меня могут сейчас закрутить прям по-жесткому. Ну и чисто сквадом как-то отбить меня. Там вообще ничего не видно. Ну да, не там. Это, короче, понятно. Пытаемся выжить. Зря я, конечно, их на бой изначально вызвал. Просто случайно. Вот просто случайно нажал. Редко, но случается. Самое интересное, кстати, то, что в соло про сквадов нужно продумать настолько сильную стратегию и тактику, что придется прям реально подумать головой. Ну, либо же просто слиться. Кстати, у них началась война. У нас уже, походу, есть преимущество. Слушайте-ка, это прям хорошо. Вектор только, вектор. И подстволки. Вот это я понимаю. Это залог голых людей, насколько я понимаю. Так-то мы вроде удобно подходим. Главное дать одному скваду неплохо так завалить другой. Ну а дальше просто подойти в спину. Черик стреляет с винтореза, вы представляете? А вон они как, блин, их жмут. Или не жмут, или кто кого жмет. Ой, фига, их там поймали. Давайте просто посмотрим. Конечно, не нужно дать им подняться. Может быть, они сейчас как-то... А, у них три нока, прикиньте, последний остался. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, подстволочка. Ну, сейчас, походу, этих заберут, и мы заберем следующих. Ах, просто вот. Гениальная тактика, нам повезло. Давай, подстволка. Должна ведь ровная подстволка как-нибудь все-таки залететь. Главное не палиться так, чтобы нас увидели чуваки, которые стоят за забором. Это прям офигеть, как важно, смотри, все-таки вместе. Ну давайте, посмотрим, что интересно они сделают. Потому что у них позиции прям очень плохие. Но у врагов, походу, кончились подстволки или что? Или как? Во! Сразу ног. Снова ног.
Шестерка, кстати, стоит. Единственная шестерка без шлема. Че, он его поднимет? Ха. Давайте ляжем лучше, а то мало ли спалят, потому что они могут и крутить. Забрали. Все, забрали. Интересно, сколько там людей? Мне казалось, что как будто бы еще двое. Так, вот подбегает один. Ха-ха-ха. Просто минус два сквада на моих глазах. Не то чтобы я кого-то закрыл, а чисто на глазах. Вот так вот. Все голые, кстати, все типа голые. Ну, с них, конечно, что взять? Прям вообще ни о чем. Он сейчас думает, ля, он крыса просто. Вот так вот и нужно играть в сквадах, если вы играете в соло. Вот что-то типа похожее. Конечно, да, поступок крысиный. Фига так-то, слушайте. Вот тут обвесики-то на целой МКшке, ни хрена себе. Вот как так можно было вообще играть? Не знаю. Обвесы мне прям такие вот заходят. Прям заходят. Фига пуль дробовика. Жестко. Но все-таки я даю предпочтение именно под стволки. Она как бы нужнее. Хоть МКшка там и стоит 30 тысяч, хотя обвесы тоже можно потерять. Ну ладно, фиг с ним, потому что если мы пойдем без подстволки, мы так очень сильно рискнем, что ну потом просто можно не вывести из-за этого. И... это будет просто косяк. Давайте так сделаем. Бац, бац. И тут перекрутим. Надеюсь, что у меня стоит мой гироскоп на восьмерке. Тогда без проблем смогу контролировать отдачу. Вот, блин, бот. Ну что ж, теперь направляемся на рожок. Скорее всего, здесь мы все зачистили. Ну и там уже посмотрим, что будет интересного. Конечно, начало было интересное. Ну, посмотреть просто на врагов, как они файтятся. Но так, если честно сказать, то... Вот именно сейчас, то есть буквально вторая неделя, почти конец, ну еще не конец, но почти. И люди голые, то есть четверки, вот одна шестерка была, одна единственная шестерка, и то только броня. Вот и все. Вся суть как бы метро на третьей карте в сквадах. Этот сезон, в общем, бедный почему-то. Прошлый был, кстати, наоборот, богатый. Не знаю, как это работает, но вот как-то так. Бот. Вот прям он идет меня спалить, вот прям идет, прям такой топает и идет специально на меня. Как будто бы. Понятно. Если честно, я удивлен, что здесь нет игроков. И не было. Что очень важно. Не было. Так, вроде... это все боты? Мне показалось, что бот побежал вон туда. Он тоже бот. Ладно. Очень интересно, походу люди чисто в радик ушли. И вот, когда они будут выходить с радика, походу будет заруба. Ну, либо же просто уже кто-то крысит и ждет специально, чтобы кто-то пришел. Блин, не забагал. Как так? Было, кстати, очень близко к багу, но, к сожалению. Фига, у босса хпшки сносятся. Главное в соло, кстати, не прослушать случайно чьи-то шаги. Если к вам выйдут в упор, то... ну, это все. Пойдемте глянем, что уж выпало. Так, что-нибудь... а, ну, фиолка, ладно. Ладно, хотя бы так. Вот так, вот так. Ну, пойдет. Тогда пойдемте попробуем чекнуть багом, не крысит ли никто случайно в метрошке. Баг такой вот распространенный, кстати, его почему-то не фиксят, хотя я уже насчет него рассказывал, что да как. Даже был отдельный видос, типа, что как бы вроде уже все готово, можно фиксить, но почему-то не работает. Странно. Какие-то глюки с серваками или что-то типа того, и походу метро 2.0, вот оно из-за этого и отложилось, наверное. Вот, кстати. Ну так, тупо посмотреть, если... как видите, очень много людей, причем... ног. Все голые почти. Пятерка, три голых. И тут вот какая-то по типу шестерка, что ли. И будто бы они уже пришли с радика. Попробуем, конечно, подойти, но сложно что-то сказать, потому что вот здесь, вот именно здесь, по любасу был бы топ именно теплак. У нас восьмерка, но вот теплак был бы очень кстати. Но, к большому сожалению, у нас его нету. Поэтому придется выкручиваться как-то вот на шестерке. Хотя бы ночник очень бы сильно помог. Фига. Главное не спалиться боту.
Не знаю, скольких, конечно, я там нокнул, но, по-моему, трех. Блин, ребята, надо пушить. Что там за шаги-то, блин? Очень интересно, но непонятно. Непонятно, в какой броне, то ли 6, то ли чё. Всё, что ли? Реально? Нифига. Ну что ж, ладно. С радиацией никого даже нету? Хорошо, ладно. Я, конечно, думал, что есть, но... мог и ошибиться разочек. Чё по жетончикам у нас? Так, бац. Здесь так-то все было честно. Ну, как честно? Мы так-то закрысили их всех. Но это уже... ботинок, блин. Не надо так пугать. Фига! Так разве бывает? Я не знаю. Вот эти чуваки, под конец, они прям... я не знаю, я думаю, типа, фул шестерки, все, конец. Но в итоге они просто подошли и умерли. Понимаю. Просто понимаю. Избавляемся тогда от рюкзаков, они много весят, мало стоят относительно того, что мы сейчас с вами выбили. И получается, начинаем собирать то, что нам нужно. Нормальный лут. Здесь, кстати, как раз таки заменим, а это вот можно будет, ну, типа, выкинуть. Так, с радейка, это главное то, что у нас сейчас выпало. По-моему, пингует или что это? Что-то как-то не так собирается. М24 у него, пластина от радейки. Ну, ясен пень, конечно, они как же туда ходили. Так, тогда это можно выкинуть снова, это выкинуть, это тоже выкинуть. Сейчас все будем выкидывать. М24. Что с обвесами у нее? Ага, ну, такие нам не нужны. Блин, а как? Что-то уже нифига не лезет, что ли? У них, кстати, тоже были жетоны, они тоже кого-то успели забрать. Нифига. Так, чё? Не-не-не, вот так не надо. Освободил место, и подо что я вот я его освободил? Ничего ж не лезет. Огромный минус играть в соло против складов, не залезает лут. Капец просто. Так, чисто как-то вот так вот, что ли? Где-то вроде должен валяться еще один. Я что-то не понял только. Слушайте, как надо как-то забирать, короче, шлемак. Вот этот вот хотя бы стальной. Типа, а чё нет? Тогда нужно выкинуть опреснители. И, по сути, залезет. Четко. Все. Теперь валим на выход. Скорее всего, закрыли, ну, практически всех. А если не мы, то они вместе с нами, то есть вместе со мной, явно закрыли почти весь сервак. Либо же весь. На боссов, думаю, смысла идти нету. Хотя, если что-то шестой выпадет, то место ясен пень найдется. Но, думаю, не стоит испытывать судьбу. Лишний раз палиться, потому что лута, в принципе, не сказал бы, что он прям суперский. Не сказать, что прям игроки были какие-то сильные. Но все же, я думаю, челлендж от подписчика получается завершенным. Не забывайте иногда предлагать свои челленджи тоже в комментариях. Ну, а лучше вообще напишите какой-то челлендж в личку. Только не нужно что-то замудренное, что-то сложное. А просто что-то прям такое, чтобы этого, скорее всего, хотели многие. Потому что ясен пень, многие идеи просто как бы не будут исполнены, к большому сожалению. Ну, во-первых, времени нет, а во-вторых, идеи бывают вообще такие вот кринжовые, что никуда от них не денешься, придется послушать и просто потом забыть, как страшный сон. Но так иногда идеи бывают серьезными и очень даже классными. У меня, кстати, одна идея уже сформирована. 1 300 000 мы выносим. Сколько мы игроков? 7 игроков мы завалили, плюс при нас завалили намного-намного больше игроков. Но, в принципе, вот сейчас фул 6, особо-то никакого труда не нужно. Вот, конечно, если будем играть, например, через неделю, то, я думаю, разница будет ощутимая. На этом, получается, все. Ставьте лайк, подписывайтесь, вот это тоже обязательно. Ну и не болейте, увидимся с вами уже завтра. Пока.